ございます。こんにちは。こんばんは。Славная ямка. Такой погреб, да? Там огурцы можно хранить, там варенье. Ты кто? Доставка суши. Кто заказывал суши? Не я. Я тоже нет. Брянский лес, второй съезд на 24-м. Да, мы здесь часто работаем. Ну, может, напутали заказ? Ладно, я пойду. Стой, стой! Что там у тебя? Сет с лососем, Калифорния с креветкой, Калифорния с крабом, ролл-дракон, унаги-маки, соевый соус, имбирь. Еще с икоркой отдельно. Продолжай, продолжай. Овощной сет. А где Филадельфия? Убейте его! Стойте! Вы попробуйте, там все вкусные. Серег? Да. Попробуй. Я не люблю суши. А в яме вечно гнить любишь? А ничего. Ну давай, что там у тебя? А неплохо, правда? Есть васаби. Вы меня будете убивать или нет? Мне холодно. Мы ужинаем. А можно мне? Остались только овощные. Овощные только для покойников. Как раз для тебя. Кто их только заказывает? Наверное, отсталые. Овощные. Это же надо. Дай-ка с икоркой. Подержите, я подниму. Ты чего так долго? До пробки. Ночью в лесу? Ну, заказ я отвозил, там бабка вредная была. Я когда яму увидел, думал, тебя уже того. Помощник сбросить туда. На нем у меня заказ еще. А, подожди. А с чем у тебя там? Да только овощные остались. Лучше умереть, чем съесть овощные. Счастливо. Счастливо. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Не расстраивайте меня. Пойдемте. Скажите, что самое главное в суши? Доставка вовремя? Неверный ответ. Чтобы ожидание оправдалось. Что у вас там? Овощной сет. Правильно, овощной сет. Мой любимый. Как думаете, в вашем овощном сете огурцы нарезаны достаточно тонко? Честно, я не знаю. В этом-то и беда.
Никто из вас даже не интересуется, сколь важно для человека правильно нарезать огурцы для суши. Но мы это исправим. Я могу проверить. Но можно я сперва руки помою? Конечно. Перед едой всегда нужно мыть руки. А-а-а. Не туда. Вон там. Точно не омлет. Суши. Ах, эти суши. Последний раз спрашиваю. Ты вспомнил код? Может, мы его уже... Ты кто? Доставка суши. Вова, это ты? Я есть хочу. После дела поешь. Но пока горячее. Он прав. Есть нужно горячими. Холодные суши – это преступление. С кем приходится работать? Извини. Вова! Ты попробуй, отменные я. Отменные. Слово-то какое нашел. А есть с икоркой? Угу. Но... Не люблю азиатскую кухню. Ты их у нас готовили в Ихино. Вот вспомнишь код. Тоже получишь. Что это вообще было? Не знаю. А вы тоже слышали эту музыку? Пес не с музыкой. Ты что, Майкл Джексон, что ли, а? Не знаю, что это было, но следующее движение за вами, босс. Следующим движением будет движение моей боли в бою. Что это вообще такое? Суши. Что? О, это суши, господа. Что? Просто суши, господа. Одну ты съел и до утра. Теперь танцуешь для меня. Эй! Фу!
Откройте ваши души. Поверьте, все мы любим суши. Друзья, откройте ваши души. Откройте души, съешьте суши. Друзья, откройте ваши души. Поверьте, все мы любим суши. Друзья, откройте ваши души.